Вітаю в ефірі програма «Люди у мистецтві». Я Маргарита Лісова. Сьогодні з нами відомий фотохудожник Юлія Горобей. Вітаю, Юлія. Отже, за фахом ви економіст. Як сталося, що ви почали практикувати фотомистецтво? Жизнь непредсказуема. Случилось это совершенно спонтанно и совершенно случайно. Пока училась на экономиста, я работала дизайнером компьютерной графики. Последнее мое место работы было в банке. Все было вроде бы понятно, предсказуемо. Стабильный график, стабильная зарплата, уверенность в завтрашнем дне. Но, опять-таки, за день-два ситуация изменилась так, что нужно было решать, как поступать. Поджать хвост и принять эту уверенность в завтрашнем дне условно, или идти по зову сердца, не изменяя себе. Вот. Так как я никогда себе не изменяла, мне пришлось уйти в никуда. И только благодаря своим друзьям, которые поверили в меня и дали мне веру в то, что у меня неплохо получается, я начала заниматься фотографией. Отже, вы покинули все заради вільного хліба. Важко было? Да, было очень тяжело сначала, и кроме веры практически не было ничего, только она меня и питала. Девизом того времени было, если очень захотеть, можно в космос полететь. Вот, и, собственно, на этом и держалась. Теперь у вас власна студия, а пригадуете свой первый снимок? Да, я очень хорошо помню этот снимок. В то время я работала в универмаге одежды, тоже дизайнером компьютерной графики. Работы в тот день было немного. В моем распоряжении как дизайнера была мыльница самая простейшая, Olympus, помню прекрасно. Я сидела за рабочим столом. В офис купили дорогую, замечательную кофеварку. Кофе мы пили очень много. Вот. И хоть я его не пью, тоже его пила. И на моем столе стояла чашка с кофе. И я сделала такую, как я потом называла, историю жизни, коллаж из чашек кофе в разных ракурсах, разных планов, ближе, дальше. Суть заключалась в том, что чашка сначала была полная, в итоге становится пустой. Аналогия с жизнью в том плане, что мы приходим в жизнь как наполненная чаша, но какие-то, опять-таки, рамки социальные немножко угнетают, и в итоге человек опустошается. Или наоборот, мы приходим как чистый лист и наполняемся своим опытом, людьми, которые приходят в нашу жизнь, знанием, мудростью, там, дай Боже. Вот, и человек уже вот к концу, скажем так, имеет какой-то вот багаж. Зараз вы зарабатываете на життя виключно фотографию, правда? Да. Вы помните, как пришли первые гроши за вашу работу? Да, это тоже было практически случайно. Моя подруга была беременна, попросила, естественно, заснять. Она тогда, так как, ну, у нас были условия, говорю, хорошо, я арендую студию, но ты за нее платишь, как бы я работаю, как моя подруга, так. Вот. И так получилось, что она мне дала денег больше, чем нужно было заплатить за аренду, а те деньги, как бы, говорит, ну, бери себе, все-таки там, потратила какое-то время. И в общем, это был мой первый гонорар такой. А в каких жанрах вы теперь работаете? Сейчас я работаю в основном в жанре портфолио, портреты, практически всех видах фотоуслуг, кроме свадебной фотографии. Ну, серед ваших людей, мабуть, и відомі клиенты? Да, была фотосессия с Ани Лорак и Стейси Павали. Это не был прямой коммерческий заказ, это была фотосессия во время интервью. Вот. Тем не менее, у меня остались самые хорошие положительные впечатления, воспоминания. Но все же были какие-то складности в работе с зеркалами? Понимаете, тут нету никаких сложностей, потому что для них это привычно. Они каждый день на тренировке. Среде, да, то есть они уже встают, им делают сразу мейкап, они к этому готовы, для них это нормально. Они тут говорят интервью, тут их снимают, то есть никаких проблем, улыбка, взгляд, все как надо, поэтому проблем вообще никаких не было. Ну, а звичайних людей, звичайних клиентів, ви якось налаштовуєте на фотосесію? Да, обязательно. Да, конечно. Большинство людей, конечно же, очень зажаты, стесняются, боятся. Прежде всего, боятся сделать что-то не так и подозревают, что это идет еще со школьных и студенческих времен, когда боятся получить плохую оценку. В данном случае абсолютно аналогично. Вижу, что боятся получить плохую оценку, непонятно только кого. Вот, потому что во время фотосессии, кроме профессионалов, никого не присутствует. Даже если фотосессия длилась несколько часов, все равно есть желание потом сесть, все просмотреть. То есть я даю понять людям, что никто никогда не увидит то, чего не хотели бы, чтобы не видели. Вот. Ко всему, также стараюсь так настроить, что вот
как бы фотография — это всего лишь очень хороший результат, но не менее интересного процесса. И получается, что люди прыгают с парашютом, летают на парапланах, дельтапланах, катаются на квадроциклах, получают от этого удовольствие. И сам процесс фотосессии не менее увлекательный. И в нем можно и много всего для себя взять. И это прекрасный способ поднять себе настроение, провести прекрасное время. Поэтому пытаюсь объяснить клиенткам, что вот когда они идут в кино с подругами или на встречу, они же не зажимаются, они настраиваются на то, что они прекрасно проведут время. Они не думают, боже мой, что мы будем говорить, о чем мы будем говорить, как я буду выглядеть. Нет, это прекрасное времяпрепровождение с друзьями, которое дает позитив, настрой, опять-таки, там, на рабочей неделе и так далее. То же самое фотосессия. То есть фотографии — это не самоцель. То есть фотографии — это прекрасный, но результат. Ви сказали про результат. До речі, є якісь знімки, через які вам соромно? Нет, мне никогда не стыдно за свои снимки, потому что в процессе стараюсь выкладываться на все 100. Бывают только мысли, что где-то что-то недоработало, можно было больше сделать. Вы дуже вимогливы до себя. Да, это касается и личной жизни. А где можно побачити ваши работы, окрім вашего сайта, звісно? Вы размислюєте над власною фотовиставкою? Да, сейчас это насущный вопрос. Я очень давно об этом думаю, уже, наверное, с год. Но, опять-таки, из-за требовательности к себе хочу сделать что-то очень особенное. Не хочу, чтобы это стало просто каким-то декором в каком-то ресторане или декором в каком-то помещении. То есть хочется сделать, чтобы это было ярко, запоминающееся, и чтобы люди выходили оттуда и с обсуждениями, и говорили: ты видел выставку «Горобей»? Да, я видел, это было круто. Ну, я сподіваюся, що усі невдовзі зможуть побачити виставку Юлії Горобей. Щастиво, і дякую за інтерв'ю. Спасибо. А я нагадую, що з нами була Юлія Горобей. Побачимось.